Многодетные семьи республики в преддверии Дня семьи получили приятный подарок от главы Карачаева-Черкесии. 10 тысяч саженцев отправились во все города и районы нашей республики. Подробности у Руслана Джукаева. Инициатором акции выступил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. По его поручению было закуплено 10 тысяч плодовых саженцев для семей, у которых 4 и более детей. Прямо с территории предприятия «Сады Карачаева-Черкесии» саженцы отправились в районы и города, в дома многодетных семей. Их в нашей республике больше 2000. Сады Карачаева-Черкесии поддержали данную акцию и выделили на Карачаево-Черкесскую республику 10 тысяч саженцев. В данной акции мы выделяем саженцы многодетным семьям для того, чтобы они вместе со своими детьми высадили наши саженцы на своих приусадебных участках и уже на следующий год получили высококлассные фрукты и наслаждались ими. Многодетной семье Кубековых из Иконхалка 4 детей, и подарок от главы республики очень их порадовал. Ранее по программе «Молодая семья» Кубековы получили земельный участок и построили дом, и поэтому саженцы пригодились. Ведь дерево – одно из составляющих элементов крепкой семьи, хороший старт для развития садоводства у себя во дворе. Сегодня в рамках акции на День семьи, которая у нас будет проходить в мае месяце, по поручению главы нашей республики Темирязова Рашида Борисовича, вручаем вам вот такие вот саженцы. Желаем, чтобы вот у вас вот эти детишки, вот каждая вот посадит сегодня вот эти саженцы, чтобы вот они выросли на благо вашей семьи. Пусть все семьи новые цветут, как наши новые деревья. Посадку решили не откладывать, и дружной командой все принялись сажать молодые деревья. И уже через год маленькие хозяева сада смогут собрать свой первый урожай. Руслан Джукаев, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаева-Черкесия».